Кук вежон саин став мир пащ та пас ясны уджидгаж, обедалун. Воущвотая пас из коле купыджика, самынтай оти тормайшедле, ветеран яслен лыдыс быдвочина. Война была ветлыщияс, вырыгас вермыщияс, йона не нуджидар лыдаащ. Но тая луна осков качтывны самы уджидкощ вылы ветлыщиясэс. Майок мысыд луна, быть коле тод вылы ушкадный наяс, код ястык вермыны вырыгасэшке, эзартмы. Тылын уджалыщиясэс. Талун миян учтас шиема бурет штача маньлы. Соловьева Зоя Павловналы. Чужлы Зоя Павловна ижма районын, Шижапск шиктын, лыджит крестьянской шимьян. А я век ужалис, на сей бачер шуэн коминас, се олене воду нужалис. Менен был ар даскык кымын, сек дезеша эскут ужална. Век, по, век се батракен ужалис, олене воду ясли. А маме крестьянское колхозство осталось. Чили они свели у нас. Мы велели в четвертой классе. Сейчас меня мы дадесны нянька, али чойлы Захарвани. Захарвани сейчас году жали юнай. Юнай гаштем ши. Век велика с ягорта вуна. Велели чили меня велика за юна коле. Я был в четвертой классе. Еще милитка понали. Еще милитка вырос. Татче мы дадесны величины. И тогда величие по его. Під училищен, улищик тощ воем нивли, бочно тодам лун яс велищокид. Мамбачань уже до це гезвав, олисны гуля. Йона дор ясны нив йорт яс. А се ща величанин помалем бурин, пир заводит Зоя Чупрова уджавны челять садьен. Ижмаса нив петис вересая. Горьковской области шпетлам Александр Соловьев кадналан чужис Валя нив. Олом из понды слышавны, ради та науч, да бур щемья. И друг миянмовыла уши ыджит шок. Нелямы ноти двоща юнь тылыща, заводичес война. Петли рынок вылы, локти рынок вылы, зашем же шонды, алун, пыри. Чё-то немецкий фашист говорят, так радиос, да молота выступал. Ula peti da se ten sekretar rajkoma, gorkoma veli, Kuznetsov, više da pukale. Ja govorim, to što vojna, što li? Da, govorim, to vojna. Od me se je zemura pomita se. Sa čukartesni miting veli, kad je on vodal se ten, sije kakra sije mjesta, skrce vyšanje si veli se ten. A se ten veli, Поляцкий челядь так учим, как уже не были. И вокруг она и не мыли бы через свою. Но я от Ирланда, мы от Ирланда сирали. А мне так неприятно. Мы лето сирали, вы на заводе часа. Мы все радуются, наверное. Мы были к Ямунны. Там я были старший педагог, седьмой детский сад. Седьмой детский сад, свой юджет, это... Все соясели одели. Старший педагог говорил даже, кучерно ты валя ты куляна. Ты на две дюля чели одели, не кучерно мунты. Вся бессиеска взгляда я гуна. И валикас я мунна, кузи я заспунали, сиди же мунна валикас. Коми вула выраглен бомба яс да снаряд ясышка эзвечкавны. Фашист вой вула джезво. Но кымын шок да щинва ущита чесолыш яслы. Быт кирка аж фронт вула мунысны. Зоя Павловна лан фашисткат кощашны вещкалысны куимнан вокыс. Мечей четыс Иван Чупров величис офицер вылы Великой Устюген, ущис Псков областен. Сыщань память вылы коли кык письме, да не кымын фото. Мечча дюля вылы коли, да, зевьёна вылы, йорта йорца люби там, да. Зевьёна мы бэрды, син мы бош вечнику тыз бы дэзэшэ мы бэрды. Маме мая на сывасна и кулис. Пыржа бэрди сывасна. Бэдэджи двокыс тоже армия вали. Сие кык война пройдитис. Шырвокыс тоже сие армия вали. Сие тоже раненый воис. Раненый воис арегады кули. Бенам зять уши. Племянник уши. Вока уши. Толком он может уши мен. Война была осуществлена.
Себя хорошо помню, еще когда мне было 4 даже года. Вот, а тем более, хоть была война, но в садиках проводили очень интересные праздники. Все равно работники работали. Вот, очень хорошо помню, как нам давали бутерброды из американских консервов, вот из свинины. Это было так вкусно, так вкусно. И очень хорошо помню, как нам давали вместо витаминов сок ели сосны, или что-то такая была зеленая жидкость. Не нравилось, но говорили, что надо обязательно пить, и мы пили. Будлун комия воус на похоронка яс. Войналын кыр кылыс бытщик тында карын. Зоя Павловна уджалы слуны вой. Нилямын коймыд воус Сыктывкарын вочтысны Польша, Карелия, Дамукат, Фрондорса эвакуируйтым челядлы сад. Чорын жыканец бочтысны просвещение министерства. Сэны нин уджалы гэн, ён аутса шестин тюковский совкозлы. Ставы нот вылыш турун пуктысны, да мыс яс бырша чередитысны. Нилямы нёлю 2 декабрь тылыще том ныв бабас мыдадысны командировка Ленинграда. Приюты нолыш челядлы вылы кола вайны кылый. Туе петыгэн Зоя Соловьёва эзы мыв пышлы кучам щёкы да коля стая тылыщес. Кымын мыча душа сылын пельпом вылы. Поезды свылы джик тыр. Том ныв бабала пукалан места ящур. Котечка ики вылын билет вылы. Кумы сылы кык вагон костын сула ламан мунны. Но бур языт будла анэмэш. Отсалысны. Мені ногу вилили, сулали сюди, кушам китай. Воєнний молодий чоловік питає, ми лепитай, він лежить, казав, все. Все, він лежить, де ми сіяні була, то тен. Мені кіє, де бо ще запирти. То питає над кілою, де ми нам прасла міста особу. А ще ми сюди, мужик я се свали, та же гирця ще маєш, да. Сі чому на не. Кирта ще маєш. А сулали мене, уже не. Некану фукшинус некан даже. Блокада бірші Ленинград паны дали скомішвою мані жугль шерпасен. Гыгырбок ставы скіщема. Таны Зоя Соловьёва бура аджіс. Мы верме вайны, война язлы. А мені шуісна мыля бетаці доктіна. Лепячні мы дадам. Все время я сколіс, да. Сяді кыз мені воз чітті. Ты упакуйте мені коды сушітні. Ты упакуйте мені сетен колісе. Все будет на коле. Мир машина сошетна. А мы вообще с бойкой дали, да. Не пыли начальник до нас дошел. Мы все он к мне уже этой машина. Мы всволили его на. Вот. И потом машина еще эта грушек все покшет. Мы все машина все ваяем и груши зачуманцы. Поштетел еще Зоя Павловна Ленинграден. Сетен вульва паны далес. А сеща бир волос Сыктывкара. Бура уджвачемыш министр кожна лесны бабалы пальто. Тулыс явы в барам у нустачым же командировка. Москва. Сетыш вагон кылы суджадыс, даваис юркар сабать мам тым челядлы. Бір локты гончоры да вишмес. И туин нин тыдмалыс, вырагас вермам юлыш. Я тоже помню, как война кончилась. Я была в деревне, в Горьковской области, у бабушки. А в деревне не радио. Ни почты, значит, ни электричества. Почтальон придет с райцентра, стучит в окно бабушке: «Тетка Лизавета, война-то кончилась». Бабушка стала как ненормальная, стала бегать по избе, туда-сюда. Я говорю: «Бабушка, ты что забегала?» «Ай, внученька-то ты моя честная, да ведь папа-то приедет, да дядя Паша-то приедет, да дядя Володя-то приедет по-горьковски». Все они приехали живы-здоровы. Война помощис. Горта бир пондысны локтавны фронтовик яс. Войс и Зоя Павловна ланверасис. Оламыс бир пондыс ладмыны. Кадыс наджиникан бурдады слов дой яс. Но сие куры днёль войс некодлен некорозвон. Она вспоминает о трудных днях войны, немножко улыбаясь, о трудных днях войны в основном-то по случаю годовщины. Когда что-то с этим праздником связано, она об этом говорит. О том, какой я была маленькой, в саде ходила годы войны, как жили польские дети, как мы стояли за хлебом, держа карточки хлебные на руках. Ну, в общем, это наша история. И я думаю, что даже мы чем-то в этом плане дороги тем, кто нас слушает, потому что в нас заключилась эта вся история то вот сложного и трудного времени, времени войны. Это не должно забываться. В любом случае, пройдет 50 лет, 60, 100 лет со дня окончания войны, как о Бородине вспоминают, так и об этой войне будут вспоминать. Память,
как сказал Иван Егорович Кулаков, между прочим, ученик моей школы, он говорил, память всегда важна. Вот я этим и живу. Таун Зоя Павловна да Валентина Нили солоны кукен. Котишка Увла была олама ань ознен вермильона петавлены. Но тавле виджет так, быт гожем нашой чекар саин, дача вылен. Йона ради тей вультор яс виджетны, гажет яс лыддины. А одлоктан во олама айны тырас шо арас. А саскуч немлен гушаторьян, миянкад юкшижжа. Олимпиада азис колона меновны. Весь есть, о чем из нас трое товарженец иди. Потому что Олимпиаз, да, зев гажас е, зев ниче, се сколо виджетны. А мы ее на любите, это чем турьесты. Но собираться я позже не кону здесь. Они огла кув, они огла нам. Но она держится хорошо, за собой следит. На дачу сейчас тоже поедет со мной. Она месяца полтора живет на даче. Она буквально вот, она в обывателя не превратилась. Ну, коммунист же. Она с газетами связана, с информацией. Она смотрит все телепрограммы, особенно новости. Вот, иногда, что я пропущу, она мне расскажет. Валентина Александровна Зоя Павловна ленилась, стала бара, живетлись, порадовала. А сыща горта своим бореньем вищталась мамысли, кыджи ставась муну сгаживали. Петкадлись фотография яс. Та є унавоща традиція се Соловйов'яс озвунедне. Часто спрашують, який у вас найлюбіший праздник? Хтось говорить Новий год, а я говорю День Победы. Самий лучший праздник. Да, мама? День Победы – самий лучший праздник. Конечно, конечно. У них со слезами на глазах, у некоторых, может, нет, но внутренне – да. Квайтамин, как я, мы с Вонин, коли победа щань. Пыштішіжім да свонін міолам войнатек. Котка гашка шуас, мій пухщаскат, корма як ми седлун, ознін та чамбура кутни пасіни, а й маму дор'ї щаслен челять да нук яс. Кадис вушта стая шуда лунли щтотчан лунце. Та чамис озвір милони, вунадни та акуру двоя соспож. А міже Зоя Павловна ли, Валентина Александровна ли, і став ветеранисли, ще ям крепить джонь віджалон, да пить діпуктем. Медичка дурна оланнид. Атті тиянли, ставнедли.